Кому не хватит холода? Бери быстрее. Все, здесь, здесь. Вот сюда. Ну что, друзья, мы продолжаем раздавать бесплатные шарфы за условиями акции. Всегда следите в нашем инстаграме. Сегодня нужно было просто прийти с 3 до 4 часов. О, давайте, держите шарф. О, а можно два взять. О, хорош. Давайте, давайте. Спасибо. Благодарю. Давайте постараемся к ним подойти. Не знаю, что сказать. Спасибо. Народ собирается, трибуны заполняются. Подготовили небольшой перформанс. Привет, Кузьметов? Да. Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Что, получил шарф бесплатно? Да. А? Я попаду в видео. А, что? О, а ты хочешь попасть в видео? Да. Что ты хочешь сказать? Давай пожелания нашим игрокам на сегодняшнюю игру. Пусть будет хорошая игра, наши будут много забивать. Все, спасибо. Здравствуйте, как ваши дела? Отлично, Кайрат чемпион. Что с пальцем случилось? Небольшая операция. А, ну здорово. Давайте, болеете за Кайрат? Болеем за Кайрат. Сколько уже? Уже 4-й год, не так много. Серьезно? Да. Кто ваш любимый игрок? Они все. Я всех обожаю. Всех любите? Всех люблю. Спасибо большое. Удачи. И в камеру поцелуй. Подожди. Давай Вадя. Инстаграм, Инстаграм. А, мой Инстаграм. Элвай. АЕИСС. Девчонки, а вы откуда все? Мы из Entertainment. МММ Entertainment. Вы сегодня нас увидите. Это танцевальная студия. Мы танцевальная фан-база Кайрат. А, серьезно? Да. Фан-база? Да. Кайрат. Кайрат. Алматинский. Кайрат. О, легенды. Здрасте. Проходите. Ну что, друзья, дождь в южной столице, но несмотря на это, мы приветствуем абсолютно всех вас на 4-м туре казахстанской премьер-лиги, где сегодня дома мы принимаем кокшетауский Окжетпес. Сегодняшняя встреча обещает быть максимально интересной, поскольку главный тренер футбольного клуба Окжетпес Андрей Карпович. А как вы помните, в прошлом сезоне после ухода Карлоса он возглавил нашу команду и выиграл Кубок Казахстана. Кстати, прямо сейчас Андрей Карпович и Алексей Шпилевский о чем-то беседуют. Давайте постараемся к ним подойти. Узнаем, как настрой у наших тренеров. Здравствуйте. Как ваши дела? Все, спасибо. Здравствуйте. Ну что, удачи нам сегодня. Всем. Хорошей игры. Хорошей игры. Без травм. Здорово, без травм, самое главное. Хотел о чем-то поговорить, забыл, растерялся, когда увидел два главных тренера. Не знаю, что сказать. Спасибо. Не надо. После игры, да? После игры. Все. Спасибо. Ну что, Кайрат и Окжетпес встречались между собой целых 26 раз. 23 раза встретились в рамках казахстанской премьер-лиги и 3 раза в рамках кубка. Но знают ли об этом наши болельщики? Давайте узнаем и зададим вопрос, знают ли они хотя бы сколько раз встречались Кайрат и Окжетпес. Как дела у вас? Можно вопрос. Знаете ли вы, сколько раз встречались между собой Кайрат и Окжетпес? Не имею представления. 26, запомните. И сколько раз мы выиграли, как думаете? 20. 19, ну почти. Ну, почти. Здорово. 20 ночи. 19. Здорово. Ребят, здрасте. Скажите, пожалуйста, можно на секундочку остановиться? Можно. Да. А как вы думаете, сколько раз Кайрат встречался с Окжетпесом? Я вообще фанат футбола, первый раз на стадионе. Сейчас. Серьезно, за кого болеете? За Кайрат. А вы с кем пришли? Я с другом. Так, секундочку, подождите, поскольку вы первый раз на стадионе болеете за Кайрат, а Кайрат — это одна большая семья, я вот дарю вам шар такой юбилейный, 65 лет. Спасибо. Да, хороший. Как думаете,
Кстати, какой счет? А, сегодня будет? Да. Ну, за Кайрат, я думаю, хотя бы пусть будет 3. 3-0, да? 3-0. Все, спасибо, удачи нам всем. До свидания. Вот они, наши силы. Наши волонтеры. Вы это точно должны знать. Пацаны, салам алейкум, как дела? Алейкум, салам, отлично. Салам. Как настрой? Пацаны, вопрос, который никто не может ответить. Сколько раз Кайрат и УЖП встречались между собой? Ух, я не знаю. Честно. Знаешь, брат? 26. 26? И сколько побед? Как думаешь? Ну, не знаю, больше половины, конечно, каратовская победа. Сколько? Как думаешь, сколько раз? 20? 19, пацаны, запомните. Хорошо? 15 хотел сказать. Да. Почти хорошо, угадал. Не успел, да? Сколько раз Карат и Обжит Пес встречались между собой? Противостояние? Да. Ну, я не скажу так сразу. 24? Нет. 6? Да. 26. Сколько раз Карат выиграл? Ого, хо-хо. Тяжелое. Давай, 26. 12? Нет, больше. Больше, да? 20. Меньше. 18. Больше. А, 19! Сколько раз Кайрат и Укжетбек встречались между собой? Если я не ошибаюсь, 26 раз встречались. Из них 23, по-моему, в чемпионате Казахстана. В рамках чемпионата Казахстана. Вот. А 3 матча? Это кубок был. Сколько раз победили? 19 раз Кайрат побеждал в данном противостоянии. Все правильно? Да. Усиливается дождь здесь, в Алматы, но тем не менее, народ собирается, трибуны заполняются. И это очень радует. Спасибо всем, кто не побоялся погоды и пришел поддержать народную команду. Друзья, сегодня вновь получил свой шанс показать себя игрок Кайрат Джаз Султанбек Астанов. Давайте сегодня за ним понаблюдаем. Я думаю, будет очень интересно. Первый тайм, погнали. Ну что, пропускаем с первых минут, просто красивейший гол залетает в наши ворота со штрафного. Эсиола сравнивает счет на 11-й минуте матча. Я вам покажу, что ты сделал с фотоаппаратом. Вот. Красава. Мастер на все руки. Не зря печатали программу. Да. Вот в таких условиях, в дождь, мы заливаем для вас гол, чтобы вы увидели в нашем инстаграме. В прямом эфире, можно сказать. В лайве. Что голевую передачу отдал Султанбек Астанов, и весь стадион поаплодировал. Ну что, друзья, закончился первый тайм. Счет 3-1. Пропустили мы на второй минуте матча, но затем отыгрались. Пока реклама Макдональдс. 3-1. Мы впереди, ждем второго тайма. Уходим на перерыв. Подготовили небольшой перформанс. Сейчас покажу. Shimmy, 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 shimm
Абсолютно всем участникам мы дарим подарочки. Что, может посмотрим, что там? Что в пакете? А, пожалуйста. Ой-ой-ой, это же здорово. Потрясающая кофта. Все, мы вас поздравляем. Спасибо большое. Лучший! Как зовут? Алтьер. Алтьер. Ай, давай, Талды, опа. Давай, родной братишка Айбола Бекена. Как раз, кажется, сейчас твой брат уходит на замену. Как думаешь, забьет он сегодня? Кусалама? Думаю, да. Как дела? Именно. Очень хорошо. Нормально? Как себя чувствуешь? Отлично. А? Отлично. Отлично? Здоровски все? Все хорошо. Все будет хорошо? Все будет хорошо, и сейчас все хорошо, и вообще будет замечательно, я надеюсь. А ты изменился, Саня. Да? Да. А что было по-другому? А? Раньше ты был дерзкий, как пуля резкий. А сейчас видишь, ты очень... Брат, времена повзрослял. Правильно. Переходный возраст пошел, все нормально, да? Весело, чуть не оформил хет-трик. Но Бабаханов на месте, вытаскивает. Хорош, брат. С победой, брат. Спасибо, брат, и мой тебя тоже.